более 140 человек. Интересовались у людей, какая заработная плата, там свыше 50 тысяч рублей. Знаю, что объемы продаж у вас относительно прошлого года выросли более чем на 125%. Предприятие сейчас очень уверенно себя чувствует. Есть портфель заказов, сформирован даже и на следующий год. Сейчас с вами смотрим литейную установку, которая была 2 недели назад установлена. Да. В целом котельную модернизированную. Вот то окно возможностей, которое сейчас есть, оно позволяет предприятию развиваться? Позволяет, конечно, позволяет. В первую очередь это оборудование современное, которое позволит смотреть в будущее там, на 5-10 лет. В каком курсе? 4-й курс, последний. Последний, да? Давно практику здесь проходите? Неделю. Но в дальнейшем планируете работать на этом предприятии? Работать здесь, и по окончанию колледжа я планирую в университет пройти. И работать, и в университете еще учиться. И какая у вас здесь зарплата сейчас? 26. Это достаточно неплохо с учетом практики, прохождения. Это на самом деле правильное решение, и вот это вот надо масштабировать в целом. И это может предприятиям помочь. Удачи вам! Спасибо большое.